Надеюсь, мы выйдем. Сугробики. Сколько тут всякой красоты, домашних цветов. Я в Леруа. Вот моя мечта, знаете, хочу купить себе вот такой черный замиокулькас. Вот такой. Но цена, друзья мои, 2198. Так, надо мужчинам своих, да, озадачить. Пусть мне на 8 марта подарят вот такой замиокулькас. Обычный у меня есть. Тут хлорофит он какой. Вот такого тоже хлорофитового нет. В общем, приехала в Леруа. Девочки, хочу для вас поснимать видео, но играет музыка. Вот такие подвесочки. Но что-нибудь обязательно поснимаю. Драценки какие. Очень люблю вот такие драцены. Двух, даже трехцветные. Моя приказала долго жить. К лету обязательно на дачу еще одну куплю. Хорошие драценки. Вот такая у меня жить не стала почему-то. Нет, вот такая. Вот такая была. Вот трехцветную надо обязательно будет купить. Ну что, пойдем посмотрим по удобрениям, что у нас здесь есть. Да, конский перегной, гранулированный. Вот очень хороший, кстати. Из всех перегноев биогумус вот мне нравится. Биогумус очень хороший. Он есть и большой, куриный перегной есть. В общем, есть тут душе, чему развернуться. Вот эта Бонафорта мне очень нравится для домашних цветов, для декоративно-лиственных. Уже второй год им пользуюсь. Мои растения любят это удобрение. 182 рубля подорожало, было дешевле. Обратила внимание еще на такое удобрение для гортензий. Буйские удобрения стоят 40 рублей. Так, а сколько здесь? Ну вот, кому надо, девочки, почитайте. Сейчас тоже что-то возьму обязательно для гортензии, для орхидей. Пока выбор хороший здесь. Подошла к монофосфату калия, и цена, конечно, 190 рублей. Я зимой его купила за 125 рублей, тоже в Леруа. Вот полкило. Обязательно запасайтесь. Уникальнейшее удобрение для рассады, для наших любимых гортензий, да и вообще для всех цветущих монофосфат калия. 190 рублей. Кальциевая селитра тоже очень нужное нам удобрение. 1 литр стоит 95 рублей. Вот кальциевой селитрой подкармливаем для того, чтобы не было вершинной гнили на томатиках. Очень хорошо работает. Так, есть еще селитра калиевая. Стоит 111 рублей. Я в том году искала, не могла ее найти, калиевую селитру. Вернее, она была, разобрали, а потом все. Так что смотрите, монофосфат калия и кальциевая селитра обязательно у нас в нашем багаже огородников должны быть. Еще заинтересовали меня вот эти два удобрения. Акварин для клубники и земляники. И акварин для голубики. Голубика у меня есть. Наверное, я возьму. Стоит 133 рубля. И одно, и второе удобрение. Так, цион. Цион. Вот никогда не пользовалась. Кто пользует... Ё-моё, цена-то какая. Наверное, я и не буду им пользоваться. Что найдем какую-нибудь альтернативу. Суперфосфат двойной по приемлемой цене. 1 килограмм 93 рубля. Суперфосфат тоже обязательно должен быть в нашем арсенале огородников. Так, что тут у нас еще? Что делает классика дачника? Азофоска есть. 1 килограмм 78 рублей. Тоже уникальное удобрение. Можно обойтись без многих дорогих именно вот азофоски. Калий-магнезия от буйских удобрений. Так, стоит 95 рублей, 0,9 килограмма. А нет, это суперфосфат, а калий-магнезия стоит 85 рублей. Фертика люкс, любимейшее мое удобрение для петунии, вообще для рассады. Вот в большом пакетике стоит 135 рублей. Сколько здесь? Так, не вижу, сколько граммов здесь. 100 граммов. Вот. И маленький пакетик, это одноразовый. Здесь на 20 грамм, на 10 литров воды. Стоит 40 рублей. Вот эти, конечно, удобные. С
сразу развел и пролил. Кристаллон также есть, 35 рублей. Хилат. Хилат железа, девочки, вот это очень хорошая штука. Вообще для гортензий, да, и для многого всего. Также для петунии, которые у нас иногда хлорозят. Стоит 13 рублей. Гумат калия. 3 литра в канистре. Ёлки-палки, 222 рубля. Дороговато, конечно. Биогумус в канистре. Тоже 255 рублей. Угу. Мочевина. Обязательное удобрение, тоже особенно весной. Карбамид мочевина. 1 килограмм, 114 рублей. Да, как-то все, как-то печально все, дорого стало. Но надо обязательно все покупать. Еще хочу, смотрите, хилат железа, вот такой, вернее, тут куча-куча всего. Вот формула какая, очень хорошая. В том году саженцы гортензии откармливала. 44 рубля. На сайтах смотрела, вообще дорогущие. Очень хороший выбор сейчас горшки. Вот смотрите, я уже кое-что взяла. Выбор сейчас хороший. Можно взять разных-разных. Для тех, кто любит торфяные горшочки, я их не очень люблю. Ну, например, огурцы можно в них посадить на рассаду и уже непосредственно в горшочках высеять в грунт, посадить в грунт. 211 рублей. Так, сколько здесь штук? 20 штук в наборе. Есть меньше. Вот такие. За 70 рублей. Здесь 6 штучек на поддоне. Вот такие. О, чудные почвобрикеты. Для крепкой рассады всем рекомендую. В том году первый раз попробовала. Очень мне понравились. Сейчас наберу в корзины. Почвобрикет. Стоит крепкая рассада 133 рубля. Но тут они разные, они все в одной цене. Но я сейчас возьму именно для крепкой рассады. Вот эти не пробовала, может быть, они такие же замечательные. Так, все по 133 рубля. Музыка играет, не знаю, там заглючит меня, нет. Вот еще для тех, кто любит пользоваться таблетками. 111 рублей. Вот такая упаковочка таблеток. 24 штуки в упаковке. Ну и кратенько покажу семена. Что-то я уже взяла. Дома сделаю обзор на то, что я приобрела в Леруа Мерлен. Музыка играет, отключаюсь. В прошлом году мне вот этот грунт понравился очень. Велторф. 50 литров. Сейчас я вам покажу его стоимость. 377 рублей. Вот обязательно возьму. И Теравита 50 литров. Он стоит 500 с лишним рублей. Уже не пойду там цены снимать. Так что по грунтам вот такая вот обстановочка. Вот этот все время на него смотрю, но не знаю, насколько он хорош. 50 литров, 298 рублей. Выгодная цена. Кто покупал, подскажите. Вот такой грунт для рассады. Полностью готовый, тоже 50 литров. Цена 390 рублей. Кева Биотера. Сколько здесь она? Сейчас, секундочку. 40 литров, 395 рублей. Но как-то вот разочаровалась я. Перестала ее покупать. Последние два года не беру. Была очень кислая, рыжая, кислая. Кислый грунт был. Какие у вас восприятия этого грунта? Напишите, как сейчас он. Грунт Агрикола 50 литров, 355 рублей. Вот такой. Не содержит семян сорных трав. Не понравился он мне. Как сейчас, не знаю. Может быть, исправились. Ну и вот все-таки подойду Теравита. Вот посмотрите, из всех грунтов именно разбираю Теравиту. Стоит 581 рубль, 50 литров. Хорошая земля. В том году покупала, мне очень понравилось. Ну вот так коротенько. Грунт универсальный. 100 пудов, 298 рублей, 50 литров. Тоже про этот грунт ничего не знаю, сказать не могу. Но есть наличие. Пишите, кто покупал.